хорошее впечатление, потому что Владимир Высоцкий — это наша молодость. Вот, и для нас очень приятно посмотреть. Хороший спектакль, удивительная песня, исполнение. Ниже плинтуса, это в школе такие спектакли ставят. А то есть у вас разные мнения? Разные, но на свободе-то как хорошо. Девушка, сходите обязательно, чтобы выйти оттуда. Хорошие. Я второй раз уже смотрю, давно как-то видела. Ну хорошо, Высоцкий есть Высоцкий. Вот. Очень понравился спектакль, неожиданно. Да. В общем, Высоцкий жив. Иногда даже пробивалась слеза. Такие ностальгические воспоминания. Великолепно поставлены. А Губенко в такой форме, превосходной, физической. Дай Бог ему здоровья и дальнейшего творчества. Прекрасно, прекрасно. Чудесный спектакль. Да, и постановка. Прекрасная постановка. Великолепная игра актера. Да, спасибо. Спасибо. Хорош. А чем понравился? Ну, можно сказать, все интересно было всем. Игрой артистов. Губенко очень хорошо пел, не ожидал. Просто потрясающе. Я получила больше, чем ожидала. Я думала, просто будет декламация стихов Высоцкого. А почему вы ожидали другого? Я ожидала, что будет просто декламация стихов Высоцкого. А они дали больше. И народ был в восторге. И в зале был аншлаг. Это удивительно, что, в общем, столько лет прошло, а Высоцкого по-прежнему народ. Все великолепные, великолепные, здорово, просто, профессионально, изумительно, изумительно, прям даже до слез. Очень понравилось нестандартный такой спектакль, что спать не хотелось. А в чем нестандартность? Ну, что не то, что одно какое-то действие, продолжение идет, а как бы обыграны с песней, с переплетением песен, как бы каждый... Каждый, как много-много мини-сценок таких получилось. Весело очень было там порой, аж до слез. Очень понравилось. Ну, отличные. Мы раньше видели все спектакли с Высоцким. А теперь о нем, его песни. А чем-то спектакль удивил вас? Просто вспомнили молодость, студенческие годы, когда все спектакли смотрели вот рядом в театре. Спасибо. Достойная работа. Очень достойная. Мне вот не хватило немножечко самого. Ну, видимо, возраст. Ну, Губенко прекрасно там. Но то, что было с его стороны, было, да, потому что в таком возрасте прекрасно. Замечательно, все вспомнилось. Нам очень понравилось. Прекрасно. Так хорошо играли. Очень интересно. Спасибо. Очень, очень. Очень. Очень сильное. Понравилось очень. Отлично, отлично. Угу. Прекрасно. А чем понравилось? Всем понравилось. И как играли ребята хорошо, замечательно артисты. Пели прекрасные мелодии. Вот. Вспомнили сразу очень. Чуть ли не в слезах. Очень понравилось.